Всем привет! Медики назвали 4 признака больной печени. Болезни печени очень опасны, так как могут перейти в цирроз. Поэтому крайне важно знать симптомы, сигнализирующие об их начале. Если вы заметили у себя сочетание нескольких симптомов, вам необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение. Запах пота. Заболевания печени и почек изменяют привычный запах пота. В нем проявляются нотки вареной капусты из-за изменения метаболизма в организме. Пожелтение кожи. Самый известный симптом нездоровой печени. Желтизна образуется из-за большой концентрации билирубина, вещества, которое нейтрализует здоровую печень. Зачастую этот симптом говорит о гепатите или циррозе. Выпадение волос. Болезни печени всегда вызывают гормональный дисбаланс, сильнее всего на который реагируют волосы. Тяжесть или боль в боку. Сама печень не может болеть, так как у нее нет нервных окончаний. Но при ее увеличении она растягивает капсулу, в которой находится, и которая посылает болевые сигналы. Боль в боку характеризует многие заболевания. Но если вместе с этим вы чувствуете горький привкус по утрам и наблюдаете пожелтение белков глаз или языка, то это яркий сигнал пораженной печени. Будьте здоровыми! Надеемся, что наше видео вам понравилось. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.